Здравствуйте, представляю вашему вниманию обзор новостей спорта. Серьезного успеха добился прикамский мотокроссмен Александр Танков. Воспитанник Кунгурской спортшколы принял участие в этапе чемпионата мира, Гран-при Аргентины. В результате Танков в категории GPMX2 разделил второе и третье места со швейцарцем Джереми Сивером. Игроки женского футбольного клуба «Звезда-2005» готовятся выступить в составе национальной сборной. Российская команда вскоре проведет матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2017 года. Соперником будет Венгрия. Коллектив уже вылетел в северную столицу. Наш регион в нем представляют вратарь Елена Кочнева и защитник Дарья Макаренко. И еще одна новость об игре миллионов. Стало известно время начала полуфинального матча Кубка России по футболу между «Амкаром» и «Зенитом». Эта игра, как известно, назначена на среду, 20 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19 часов по пермскому времени. За путевку в финал команда поспорит на стадионе «Звезда». К этому часу все. Ждем развития спортивных событий.